10 утра до 8 вечера. Народно сходить. Но не факт, что мы вообще сидим. Поехали. Я когда заплачу? А? Я заплачу. Сколько? Что, я не знаю, когда ты зачем каждый заплатит? Слава! Мы расскажем, что это $7 отдельно стоит еще, да? Это операция наклон. Так она до горизонтали или всего лишь вот так? Да ну это не. Да, ерунда. Мы не пойдем. Это ерунда. Классно, но этого стоит до Чикаго, чтобы посмотреть с такой высоты. Да. Птичьего полета, наверное, да. Вот это класс. Так, а вот здесь ты фотографировался еще? Вот здесь можно. Ночной Чикаго. Огромный город. 3,5 миллиона населения. И вот мы, участники автопрогона Сиэтл, Нью-Йорк. Сегодня 12 августа. Слушай, сегодня какое число? Да уже. Сегодня 12, да? 11 еще. По Москве уже 12. А, ну по Москве 12, да, по местному времени 11. И вот мы. Сегодня 11-12 октября 2016 года участники, друзья, единомышленники пробега, автопробега Сиэтл, Нью-Йорк поднялись на 94-й этаж и вот осматриваем ночной Чикаго и поражаемся всем красотам этого города. Да, ну лифт быстро донес, да? Да, 45 секунд ехать на лифте. 45 секунд на лифте подниматься. Класс. И вот мы решили пройти с Володей по кругу. Посмотреть ночной Чикаго с высоты 134 метра. Здесь красиво, там вот это дорожки. Да, да. Это. Вот красота. Ночной Чикаго.
Despite the accident, a delay is caused by the earlier caisson crisis. The project got back on schedule. However, getting back on track would mean other problems. Это же продумали специально, да, вот так вот, чтобы здание, мы же в гостинице рядом, вначале я видел, ну и ты видел его, да, вот сюда. Очень красиво. Да. Это типа карта со спутника, да, такая? Вид со спутника, да? Плохо реагирует. Да, уже видно. Здесь, наверное, цены заоблачные, да? Тут, конечно. Ну давай прикинем дальше, что здесь. $25 пиво. О, вот это. И закуску. Чувствуется. $25. Классно. Пару тысяч, короче, да? На российский. Полторы, да. Ну, 21 300 с чем-то, это $21, ну где-то да, ну чуть больше полторы, наверное, да? Да. Вы сауну решили принять? Сауну типа принять решили? Не, мы погуляли по кругу, пока прошлись. А здесь нормальный вид, вот сидишь, классный вид. Да. Смотрите. Медитировать можно. Кушать у тебя, ребята, да? Расслабляемся. Славик. Да. Да, я снимаю. Сейчас. Я снимаю, да. Как тебе понравился видон? А? Видон понравился? Да, уже. Да, кстати, ты правильно посоветовал. Лучше один раз здесь мы посетили, так или этот прекрасный город. Лучше не пожалеть эти $20, так? Конечно. Такое, посмотреть. Где ты такой еще? Когда? Да, такой больше нигде. Самое высокое здание в Северной Америке. Когда еще, все приедет? Да вряд ли, вряд ли. По крайней мере, в Чикаго. В Чикаго, да. В Нью-Йорке же. В Нью-Йорке тоже можно сказать. Если это был близнецом, который построил. Долго, многие годы это было самое высокое здание. Вот сейчас построили. Вот оно самое сейчас. Ну там же были башни-близнецы вот эти, да, вот высокие, да? Вот? Одно. Одно. Там тоже такой самотравой есть, но там вход стоит, мне кажется, 29 или 30, только. Да, еще больше. Ну а вид какой? Так же есть? Или... Вот там вид совсем другой. Еще, да, совсем другой. Не сравнить, это можно сказать, это сыночек. Ну, ночь, конечно. Там в одну сторону. Там выше здания, выше здания. Выше. Выше еще, да? Океан в одну сторону, в другую сторону вот весь Манхэттен. Так там и днем, наверное, вид хороший, да, тоже? В сторону океана, если смотреть тогда, вид. Ты счастливчик, что живешь в таком городе. Да.